Анонс с 11 по 16 из серии сериала «Стражник». В 11 серии Эдик взламывает базу Следственного комитета, чтобы получить информацию о своем отце, и его арестовывают. Руслан пытается объяснить Михаилу, что поддался на чары Оксаны, но клянется, что никакой информации ей не сливал. В 12 серии бандиты уходят вниз по реке, Оксана остается на дебаркадере. Чтобы не вызвать у полиции подозрений, Бориса Глебская, рискуя жизнью, спасает Михаила из горящего помещения. Оксана вызывает адвоката Долгих. Тот заявляет, что Михаил не может быть свидетелем, поскольку у него есть мотивы для мести. 13 серия Бориса Глебской. Хочется верить, что Михаил не убийца. Выясняется, что записи разговоров в ноутбуке кто-то стер, а доставщик пиццы пропал. Его объявляют в розыск. Эдик соглашается открыть папки в компьютере матери. Там черная бухгалтерия и видеофайлы встреч Оксаны с конкурентами. 14 серия Михаила приводит в дом Оксаны на следственный эксперимент. Без понятых и прокуратуры. Нарушая закон, Царев обезвреживает оперативник. Избегает, поскольку только на свободе сможет доказать вину Руслана. Бориса Глебскую отстраняют от дела. 15 серия Николай Царев слышит выстрел и бросается в гараж. Одновременно с ним появляются оперативники. Но Михаила там уже нет. Шелли встречается в загородном ресторане с Ростом. Руслан ведет прослушку. Их разговоры из машины. Он замечает Михаила и приказывает с ним разделаться. 16 серия. Михаил и друзья его отца пытаются задержать преступников. Бориса Глебская приказывает арестовать Михаила. Руслан собирается избавиться от Шелеста с Юдиным. Но Шелест берется найти вклады на предъявителя в доме Оксаны. Это спасает им жизнь. Начальство отстраняет Бориса Глебскую от дела. Она обращается за помощью к отцу. Посмотреть очередные серии вы сможете с 3 по 5 апреля на телеканале НТВ. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.